Друзья мои, всем привет! Наконец-то и в нашу Омскую область пришла зима. Сегодня хочу показать вам обзор один из девайсов Сибтермо, раскладушка Сибтермо 205/75. Я еще тут расположение такое сделал, потому что мне нужно понять, где мне нарисовать лунки для того, чтобы их вырезать, так как пол без лунок. Раскладушка Сибтермо 205/75. Раскладушка прошла свои испытания за летний период времени. Она классная, я бы сказал. И что самое важное, что ею может пользоваться не только обычный человек, но и люди с ограниченными, как правильно сказать, ну, по здоровью. У меня теща инвалид, выезжает периодически с нами на летний отдых. Ей очень удобно на ней спать, вставать с нее, все четко. Как-то так. Купил также пол для Пульсара 4Т. Пол взял именно ПВХ. Можно было заказать Эва. Там частный предприниматель делает. Но он будет стоить очень намного дороже. В пределах 15 тысяч. Следующие выходные планирую поехать на озеро Салтаим на рыбалку. Как раз будем тестить палатку, испытывать. Ну, в общем, как-то так. Хотелось бы, конечно, места побольше. Пол, кстати, сколько мне обошелся? 9200, там 3% была скидка, по-моему. Ну да, в компании Сибтермо.